Вопрос 24. Какое приспособление возникло в скелете человека в связи с прямохождением? Разберем все варианты ответов. Вариант А. Грудная клетка уплощена с боков. Это неправильный вариант, так как наша грудная клетка уплощена в передне-заднем направлении. Вариант Б. Отсутствие изгибов позвоночника тоже является неправильным, так как позвоночник человека имеет S-образный вид и физиологические лордозы и кифозы. Вариант Г тоже является неверным, так как у стопы есть свод. Верный вариант В – это массивные кости таза.